всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами как всегда Кунга Пресс, как всегда на моем канале. И сегодня я решил, давайте попробуем сразу начнем с трейдов. Может и без мата получится, а может получится красиво и без мата, и с матом. Первый трейд, если честно, трейд неплохой, в том смысле то, что это стоит 2500, это стоит 2500. Ну, 2536, это 2500, типа, ну, трейд равно. Трейд равно, но мне не интересен, потому что трейд, ну, просто мне не интересен калаш вулкан, камон, у меня есть после полевых с хорошим флотом и так далее, очень красиво выглядит с наклейками. Вот, опять же, и тут нет выгоды. А если нет выгоды, то зачем? Зачем, если нет выгоды? Следующий трейд вообще мне непонятен, если честно, подскажите в комментариях, может, вы поняли, какая в этом суть была кидать вот этот трейд. То есть 17 тысяч, давай догружайся, на 15600. Ну вот реально, ну вот просто сфигали. Вот почему, вот эта лягушка решила, что я должен вот ему переплатить за такие говно скины? Не, фальшивое убийство, не подумайте, я ничего против не имею, красивый ножик. Но кибербезопасность, зачем она мне? Вот это вообще стартрек, вот реально стартрека, просто не понимаю. Вот я как посмотрел, сколько я CZ дропа стартрека навыводил, просто капец, не знаю, что с ним теперь делать. Ну ладно, это уже мои личные проблемы, я думаю, рано или поздно вы где-то, как выйдет этот видос, через неделю увидите видос уже, что я с этим сделал. Следующий трейд, я считаю это скам трейдом, потому что MBA Power Катавиз 2014, даже если она на скопе, она, ну, она не может столько стоить, потому что, ну, просто не может. Я лично так считаю, это какой-то просто скам, голимый скам, лично мое мнение. Поэтому этот трейд я даже не рассматриваю. Следующий трейд очень интересный, интересен тем, что я не понимаю, где трейд нормальный, да, то есть, ну, типа... 623, да? 567. То есть ты мог мне кинуть один на один, но знаете это, да? Просто вот он положил говно, потому что поношенное, но оно говно. После полевых авик красиво. Вот он положил это говно, да? И сверху такой взял с битыми сливками, приправил. На, давай меняться. И нет, иди ты в жопу, конечно. Вот, вот этот, знаете, вот если предыдущий, я бы сказал, что скам какой-то трейд, да? Вот этот, потому что ну, не может столько стоить. Лично, по моему мнению. Вот, то вот тут вот уже, как мы видим, да? DreamHack 2014, Кёльн 2014, DreamHack 2014, Кёльн 2014. И причем голографические две из них, прошу заметить. Трейд реально очень может даже неплохой. Даже может в охреневший мне плюс. Тут я не знаю просто сколько это может стоить. Вот, ну реально трейд очень-очень хороший, возможно. Но мне это не интересно, потому что я в этом не разбираюсь. Я не хочу брать наклейки, не хочу ими заниматься, не хочу искать ценителей. У меня до сих пор лежит ножик, нож с лезвием крюком, топ-3 мира. Ну, топ-3 фаза огонь и лед. Вот, и до сих пор не было нормальных трейдов на него. Все почему-то хотят за него как за деф, хотя переплатить. Ну, извините, меня существует, не я из головы ее придумал. Следующий трейд, немного поношенные волны. Я ему, ну, знаете, мне просто было интересно, что это животное высрет. Я ему пишу, типа, чел, ты серьезно думаешь, что я тебе должен переплатить? Вот это стоит 19 тысяч, это стоит 21 тысячу. Это стоит 2500, это стоит 750 рублей. Вот, где-то в таком районе. Я у него спрашиваю, ты серьезно думаешь, что я тебе должен переплатить за вторую фазу? Да, вторая фаза красивая, но немного поношенные волны. Да, я считаю, что ты должен мне переплатить, потому что у меня вторая фаза, а твой ножик дефолтный. Ну, иди в жопу тогда, удачи тебе с таким мнением. Следующий трейд, я не знаю реально, просто зачем. Это вот знаете, касательно того, как меня спрашивают, Кунька, а если я начну трейдиться, я смогу поднять инвентарь? Вот если вы будете так трейдиться, точно не сможете. Типа 2 рубля обменять на 12. Ну, x6 чувак плюс, просит себе в плюс. Следующий трейд, не помню, что-то я хотел сказать про него такое, что-то важное, но я уже забыл. Реально, этот трейд мне пришел еще рано утром, вот, но я, к сожалению, не помню. А, ну, тут тоже чел мне в охреневший минус уводит. Несмотря на то, что немного поношено, нет никаких наклеек и так далее и тому подобное. Следующий трейд полное говно, просто потому что он там просит что-то 8000 себе по стиму в плюс, но не знаю, какого баня, с какого баня наклонилась, ну и все. А следующий это какой-то русский челик. Вот, и он типа попросил посмотреть трейд. Ну я посмотрел трейд, огромный размен. Зачем мне его делать, огромный размен? Вот если бы, грубо говоря, вот было бы они по одной цене, вот бы сверху это еще докинул, я бы такой, да, почему бы и нет. А так, ну типа 16800 на 17, и к тому же это размен. Зачем мне такое принимать, правильно? Мне это незачем. Опять же, если у тебя редкий флот, ну обычно, да, вот видите, сейчас покажу вам, почему я не смотрю сам лично, да, потому что когда у человека что-то редкое, он подписывает чек стикерс, здесь, по-моему, тоже был с этим. Нет, здесь он не подписал, но по нему сразу было видно долбоеб. Вот это вот реально мне понравился трейд. Я бы, может, даже бы все-таки и взял, просто, ну, не хочу. Просто это авик стоит 5000, а это стоит, по-моему, 5000 реалов.
Или я что-то тупил. По-моему, 5000 реал моя ТМ-ка стоит. Ну, около 5, короче. Вот, поэтому я отклонил. Так может трейд реально неплохой, просто я не разбираюсь в наклейках и так далее. Следующий опять любитель наклеек из Стартрека. Видите, опять же, я такие трейды считаю лично скамом. Когда вот эти вот наклеечки, да, попробую еще. Это вот реально, вот если знающий человек, да, он бы вам твердо сказал, да, это скам. Я не знающий человек, я вижу просто хуета. Ну, просто хуета. Катавица. Ну, обосраться, блядь. Вот, следующий трейд, опять же, такого челика я добавил, черный список, куча всего, куча. Мне похую, сколько это стоит. Я просто вижу кучу говна, блядь. И, естественно, такой трейд отклоняется. Я вот даже, я вот честно вам говорю, когда я вижу вот такие вот трейды, я их даже не смотрю. Я не смотрю, сколько это стоит по стиму и так далее и тому подобное, потому что я уже понимаю, что это говно ебаное. Даже если он мне в плюс косарь, блядь, дает реалам, я такой трейд принимать не буду, потому что нахуй мне настолько вещей разменивать. Следующий, попо, ну, попо, девиз долбоебо, и как бы по аватарке мы это видим, предлагает мне какую-то херню, то ли игра это, то ли что, я в душе не ебу, блядь, нахуя. Если мне нужна игра, я, наверное, ее куплю, блядь, я вроде, ну, зарабатываю, у меня инвентарь есть, я могу что-то продать, купить себе, если я хочу, правильно? Правильно, блядь. Нахуя мне такой трейд предлагать? Следующий трейд, блядь, 8 тысяч на 11 тысяч. И это не считая того, что это Fire, огонь и лед, блядь, топ-3, короче, фаза, ну, короче, все пошло в пизду, естественно, блядь. Вот, здесь челик, но он, скорее всего, отклонит. Чел считает по стиму и, типа, написал, не стесняйтесь делать мне встречное предложение. Ну, я ему сделал встречное предложение, как бы, но я не уверен. Я, точнее, не то, что не уверен, я знаю, что он его не примет, потому что я делаю встречное предложение исключительно себе в плюс. Мне не интересно кому-то давать в плюс, да, я... Ну, извиняюсь, сильно так не грешно, чтобы людям помогать. Ну, в том смысле, деньгами. Так, смотрим, тут 14 на 17 тысяч, ну, естественно, до свидания. Вообще, я даже, если честно, не знал, что есть штык нож Сажа. Я, честно, не видел, это, походу, настолько редкое уёбище, блядь. Настолько это ёбаный единорог, блядь. Я реально, сука, сколько я играю в CSGO, я ни разу не видел, блядь, байонета. Ну, или штык ножа, извините за мой английский, да. Штык ножа, Сажа, я реально его никогда не видел. Сажа, блядь, просто пиздец, реально никогда в жизни такой не видел. Ну, и вот мой один отправленный. Я ему написал то, что тут фаза 2, рар флот, фаза 2, дебил тоже рар флот, у него максимально закаленный, близко к максимальному закаленному, то есть он 0.79, опять же, все это подписал. То, что это максимально 0.79, ну понятно, что дальше там могут быть еще девятки, но я вот так подписал, я решил, что я так хочу подписать. Следующее, что у нас тут, приглашение в друзья. Кто это такой, блядь? Играет в CSGO, понятно, значит, по трейду. А, ну это этот чел добавился. Это, походу, этот чел добавился, да? Да, он отклонил и добавляется в друзья. Я в друзья не добавляю, я ничего не обсуждаю, мне это нахуй не нужно. Ну и еще из интересного, сегодня опять решил покрутить на изидропе. Ну, блин, да-да-да, я дебил, сайт уже выдал, чё я полез туда снова. Но я закинул 369 рублей, забрал 800 рублей. Типа, ну, да забрал то, что осталось. Чисто так. Опять же, с бесплатного, кстати, выдал. Вот, ну и тут, получается, это вы уже увидите на стриме, как я открываю. Это выпало мне на... Сабершоке, когда проходил, а это подарок подписчика, по-прежнему еще не открыл. О, кстати, мажора. Здесь можно будет выбить золотого Нави. Кстати, она неплохо стоит, было бы неплохо. Ладненько, народ, на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы посетить новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем хороших подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!